Сегодня, 19 мая, открылось новое здание поликлиники на улице Спортивной. Я напоминаю, что она является частью большого нового больничного комплекса, который расположен за спорткомплексом «Арена Истра» и также начнет работу в мае текущего года. Тем временем поликлиника уже работает. Здесь ведут прием терапевты и более узкие специалисты, такие как кардиолог, невролог, аллерголог, иммунолог, лор, окулист, пульмонолог и нефролог. Также здесь есть отделение функциональной диагностики, процедурный кабинет и кабинет вакцинопрофилактики. Узнать более подробную информацию и записаться на прием вы можете по телефону, который вы сейчас видите на своих экранах. Также руководство больницы информирует посетителей о том, что поликлиника на улице Урицкого продолжает прием граждан согласно расписанию. Вчера в 12 часов дня позвонили с поликлиники или откуда, не знаю, и сказали: «Вы записаны?» Я говорю: «Да, записан. В новую поликлинику приходите по расписанию». Ну вот я сегодня потихонечку пришел сюда, зашел. Все чисто, все красиво, все просторно. Территория очень красиво сделана. Территория вся просто прекрасная. И дорожки, и все. Ну, в общем, можно сказать, и так быстро построили эту поликлинику. Просто чудо. Скажите, а вам вообще удобнее сюда именно приехать? Мне? Да. Мне удобно, потому что я живу на Босово. Я всегда ходил в ту. С палочким пешочком. А сюда мне в два раза ближе. Вот я зашел, был у доктора, так, у терапевта зашел. Все новое. Все. Я говорю, и компьютеры, и все там, все новое. Оттуда, говорит, только свои вещички, ну какие-то, если что, там, тапочки. А так все новенькое. Эндокринолога я была, молоденькая такая эндокринолог, очень вежливая, медсестра и она. А вам удобнее сюда? Очень удобнее. Ну, как бы там мы привыкли просто уже, знаешь, расписание автобуса, все. А сюда еще как бы, ну, сегодня первый день только прием. Скажите, вы сегодня были на приеме, да, в новой поликлинике первый раз? Да. Расскажите, как вам? Плохо. Почему? Вам не понравилась новая больница? Мне врач не понравился, а больница понравилась. А, больница, спасибо. Ну как, хорошо. Конечно, светло, чисто. Вам, скажите, удобнее сюда ходить? Да, конечно, я живу около станции. Ну, как впечатление, чистенько, очень хорошо, конечно, красиво, чистота. Ой, так приятно, знаете, даже и то, что болеешь, это все мимо.